Автобус сбил девушку. Вот-вот, я нет. Вы знаете, мы перекатили на зеленый светофор. Загорелся зеленый цвет, и остановились все машины. И мы пошли, и он прям на всей скорости, вы понимаете, не остановился ничего. И вот так сбил. Так получилось. Я завершал, они бегом рванули на маршрутку или куда. Я сколько мог, увернулся. Больше что я мог сделать? Они бегом, так тут стояли машины, они из-под машин бегом под автобус прям рванули. Одна тормознулась, девчонка, а вторая, даже не глядя, прям вот, я только успел сколько, ну а что, я от нее, она ко мне. Здесь переход очень опасный, то есть нужно, конечно, выносить на рассмотрение либо наземный, либо подземный. Здесь на скоростную выезд, они несутся. Да? Здесь, наверное, больше вопросов возникает к самим пешеходам, которые игнорируют сигналы светофора, да, потому что вот в данном случае девушка с своими попутчицами, по имеющейся у нас информации, перебегала именно дорогу, да, пешеход у нас переходит дорогу.